Привет, друзья! 28 июля сегодня, 18 год. В Костогаевской ночью была страшенная гроза. Нас залило водой. В Анапе не было, на расстоянии 20 километров. Вот такая вот погода была. Днем была жара, хотя облачка. Поехали мы вечером на море. И что вы думаете? Ну, вернее, волны-то так себе, купаться можно, желтые флаги, но такой ветрище, что лежать на песке не удается долго. Через 5 минут все засыпает песком. Пошли купаться. Ну, на таком ветру и при тучках вода не кажется очень теплой, хотя она на самом деле теплая. Ну и нас постигла авария. На матрасе мы купались, и он от нас улетел. Хорошо, что Дмитрий Степанович у нас бегун, бывший стайер. Матрас понесло вон туда ветром, в сторону Анапы. И Дима вышел на берег и побежал за ним по берегу. А матрас летел, так переворачивался красиво. Я с ним уже попрощалась. Там кто-то его поймал. И как раз и Дима подбежал, так что вернул нашу пропажу. Вот такие дела. Боялись мы, что нанесет тины. Нет, вода довольно чистая. Довольно чистая вода. Красивые волны. Купающихся не так много. Соответственно, и пляж пустоватый. Зато простор. Дети по барханам бегают с удовольствием. Вон они, наши купальщики на розовом матрасе. Ничего не боятся. Наверное, в такой ветер на галечном, на каменистом пляже меньше проблем. По крайней мере, песок не сечет глаза. О, ребятишки из лагеря купались. Теперь собрались домой идти. Скоро же ужин у них. А, правильно. Кто далеко от моря? Послушайте шум волны. Песни ветра.